В общем, я как гений монтажа представляю вашему вниманию супер крутую заставку к влогам. Итак, сегодня у нас обзор на сэндвич. И он реально огромный. Сейчас, чтобы вы понимали, я его достану. Из упаковки. Смотрите, какой огромный. Ужас. Я все мясо рассыпала. Короче, я соберу назад и съем. Очень вкусно. Такая вот фирма. И очень дешево. Короче, взяла сэндвич и латте, свой любимый, со льдом. Все это на $5. Очень дешево. Короче, в нем очень-очень много мяса. Называется сэндвич терияки с... Я уже съела мясо, съела яичко, и тут еще мясо. Сэндвич терияки с биф. Биф это у нас что? Мой английский. А, это говядина, да. Порк, это свинина. Короче, очень вкусно. Вот. Короче, я тупой. Я думала, это кетчуп хотела налить на свой сэндвич. Но это оказалось варенье малиновое. Я вовремя остановилась. Ну, в принципе, сэндвич с говядиной и вареньем малиновым тоже норм. Наверное. Параллельно вселенной. Всех люблю. Всех целую.